Всем огромный привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хабагивили, и сегодня, ребята, у нас с вами на обзоре моды. Наконец-таки мы с вами пообозреваем моды, и на этот раз, ребят, я не хочу обозревать какие-то более серьезные, что ли, моды. Сегодня мы так поугараем с вами, посмотрим на очень странные моды, на те моды, которые, ну, наверное, в обычной игре, ну, да, как бы, мы, наверное, бы их себе не скачали бы ни за что, посмотря на их анимацию. Вот, и поэтому, ребятки, сегодня давайте мы пообозреваем моды с нашей любимой семейкой из трансляции по 100 детям, по 100 детей, и давайте мы посмотрим, какие же моды я сегодня хочу с вами пообозревать. У нас появилась вот такая вот функциональная гладильная доска, и, честно говоря, увидя анимацию данной гладильной доски, я поугарал. Серьезно, настолько хреново выполнены анимации гладения одежды в Симсе я еще ни разу в жизни не видел. Наверное, разработчики когда-то видели, да, когда только-только начинали создавать всякие анимации, но это прям самый пик, наверное, самый край. Есть действие Iron, то есть железный. Что? Ну, давайте посмотрим, что же у нас сделает наш персонаж. По идее, она должна подойти и погладить белье. Смотрим на анимацию, которая сейчас тут будет. Так. Это вот плавное подхождение, появление белья и понеслась. Она еще подпевает. Не, ну знаете, как бы, она наполовину гладит, по-моему, воздух, наполовину гладит эту вот кофточку. На этом заканчивается анимация, и все. Да, ребятки, сразу вам скажу, что все ссылки на данные моды я оставлю внизу в описании, вы сможете их скачать и опробовать. И как раз таки, ребят, смотрите, у нас там малыш набардачил, тут очень много мусора, и на этом мы сейчас с вами пообозреваем второй мод, который дает, знаете, наверное, вся эта подборка модов сделает игру, так в кавычках скажем, реалистичной. То есть вы сможете погладить белье, и вы сможете пропылесосить пол, то есть вообще, по идее, нажимая сейчас на эту кучку, мы должны нажать вакуум клин, то есть вакуумная чистка пола, то есть мы можем этот мусор убрать. Давайте посмотрим на то, как это выглядит. Опять же, мод, ссылка на данный мод будет также внизу в описании. И, ну, то, что касаемо анимации данного мода, я... А что? А что? Ага. Она не может подойти к этой кучке мусора, давайте мы ее переместим куда-нибудь на более свободную площадку, например, вот сюда, и нажмем вакуум клин. Давай, иди сюда, убери. Вот, ребятки, все ссылки на данные моды вы найдете внизу в описании, вы сможете их скачать и опробовать сами. И то, что касаемо анимации этого мода, ну, вроде бы что-то такое, знаете. Тут даже звуки, ребят, есть. Вот и все. Мы пропылесосили, тем самым мы убрали мусор отсюда. Это, в принципе, здорово, и это очень круто. И да, ребятки, данный мод идет сразу со звуком, то есть, когда вы будете его скачивать, там будет ссылочка, точнее, не ссылочка, а папочка отдельная со звуками, которую вы сможете поместить в музыкальную папку своей папки Electronic Arts. Вот. И третий мод, ребятки, на сегодня, смотрите, это у нас вот такой вот вентилятор. Данный вентилятор сделан что-то наподобие Макси стиля, и тут же вот эти вот рамочки, которые исчезают, когда их отдаляешь, не знаю. Давайте попробуем данный вентилятор включить, нажимаем использовать и... Так, а как она его включит? Она возьмет какой-то пульт или... Или она к нему подойдет? Ну-ка. Как ты это сделаешь? Ну-ка. Ага. И... Ой, вот. Она просто подошла, помахала головой, и вентилятор включился. Да, ребятки, это анимированный вентилятор, здесь крутятся у него лопасти, хотя, знаете, лопасти крутятся, ну, так себе, знаете, прям, ну, очень максимально странно. Он жужжит, да, у него есть звук, как вы можете слышать. Он жужжит, все хорошо, все замечательно, вентилятор двигается. И мне кажется, единственный мод, который из всех здесь представленный, имеет место быть, так это, наверное, вентилятор. А то, что касаемо пылесоса, давайте еще раз попробуем, не знаю, смотрите, нравится он вам или нет, да, как бы, но есть пылесос, она убирает мусор. Вот. Также, скорее всего, да, мы можем и такой мусор убирать, который дети раскидали. Также в пылесос. То есть, и, скорее всего, кошачью шерсть... А, нет, кошачью шерсть мы, к сожалению, не можем убирать с помощью пылесоса. Вот.
Ребятки, смотрите, как вам моды, но мне кажется, самый странный мод, самая странная анимация, так это, разумеется, гладильная доска, потому что, ну, это очень странно, это очень странно, зачем? Я, конечно, понимаю, что разработчики данного мода хотели как-то улучшить игру с этим модом, но анимация, ну, такое себе, могли бы взять какую-нибудь стандартную анимацию подхода к этой гладильной доске. И смотрите-ка, с каждым разом, когда она что-то гладит на этой гладильной доске, меняется одежда, была кофточка, теперь шортики, и, не знаю, задали бы анимацию второй руки, а то вторая рука просто висит и ничего не делает. Она бы держалась за доску, я не знаю, там, как-то еще. В общем, ребятки, все ссылки на скачивание данных модов вы найдете внизу в описании. Надеюсь, что хотя бы один из этих модов вам понравился. Но мне, наверное, больше всего понравился пылесос и вентилятор. Ну, пылесос такое себе, да? Как бы там звук у него появляется намного раньше, чем он появляется, сам пылесос. А у вентилятора, в принципе, все довольно-таки стандартно работает. Вентилятор крутится, наверное, воздух дует из него, хрен его знает. В общем, ребят, все ссылки, опять же, повторюсь, найдете в описании. Если вам понравились данные моды, то ставьте палец вверх данному видео, не забывайте подписываться на канал, я буду вас продолжать радовать странными и не очень странными, очень полезными модами. Ребятки, я хочу сейчас записывать очень много видео по различным модам в The Sims, это будет очень здорово. Надеюсь, вы поддержите мою инициативу, поставив лайк данному ролику. А я всех безумно люблю, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте репостнуть данное видео в различные социальные сети. С вами был Сергей, и это канал Хобогивили, всех люблю и всем до скорых встреч, всем пока-пока, мои хорошие, пока-пока.